Сынуля-писюля, у меня хорошие новости. Я экстрасенс. Ты не экстрасенс, ты экстрасекс. У нас в семье 12 детей. Да не, просто я начал снимать это видео до появления того пидора паркура. Стой, мы же ему пятихатку дали, чтобы он к нам не лез. Блин, походу надо было не пятихатку, а косарь. А может, если мы ему звон врубим, он уйдет? Давай попробуем. Он ушел, но соседи недовольны. Блять, нам пи***ц от ментов.